Девчонки, всем привет, с вами еще не здоровалась сегодня. Мы ездили по делам, там немного вам поснимала такие красивые места, природу. И сейчас с вами только здороваюсь. Я сейчас, девчонки, делала от Ливантики вот этого аромата. И действительно, он немного постоял и стал пахнуть еще приятнее. Как-то нежнее, что ли, он стал еще классный такой аромат. Девчонки, действительно, на тему мира, как я вам говорила, я ощущаю именно вот этот запах такого немного пара, когда вы брызгаете воду на камни в бане, вообще очень, и при этом так сладенько, не знаю, прям аромат нетипичный, необычный, красивый очень, в нем и сладость есть, такая немного бальзамичность есть, в общем, обалденно, девчонки, я в восторге, оставлю себе обязательно его в остатке, даже не то, что в остатке, не менее 40 мл я себе точно его оставлю, даже, возможно, половину, поэтому, девчонки, 20 мл еще есть доступно к распиву, кто хочет, поспешите, потому что аромат действительно просто крутой. Девчонки, сейчас сделаю макияж, какая же крутая эта тушь от Эвелин, вот так вот я поближе вам ее покажу. Щеточка здесь силиконовая, мне кажется, она даже намного круче, чем моя любимая Кабаре. Действительно, настолько классно она прокрашивает, прям супер. Ресницы получаются длинные, разделенные, такие прям кукольные, действительно, классная тушь. Бюджетная цена, а качество просто невероятное. А сейчас мы с дочерью пойдем прогуляться и получим мой заказ Василек. Покажу вам, что там интересного мне пришло. Получила свою посылочку с интернет-магазина Василек. Много тут всего интересного. Сейчас все будем примерять, вам показывать. Так, у меня здесь вот эти вот коврики, я показывала в прошлом видео, что я брала для ванны. Для ног, точнее, вот, когда выходишь с ванны, очень удобно. Вот здесь у меня три полотенечка. Такого же цвета, как я брала до этого, какао. И вот такие вот, что у нас оттенок светло-бежевый. Давайте, наверное, я одно распакую, такое бежевое, и покажу вам. Так, размеры их 50 на 70, очень удобно такое полотенечко. Ножки вытер, постирала, вообще классно, прям понравилась мне эта идея. Далее вот такой костюмчик я дочери взяла, 122 размер. Так, это у нас костюм, штанишки, кофточка, сейчас она примерит. Покажем вам. Далее я сестренке вот такой вот костюмчик взяла, авокадо, тут шортики, футболочка, тоже покажу. Сейчас покажу вам цены, в том же примерка будет. Костюм себе взяла, как я в прошлом видео вам показывала, что я такой желтый себе заказывала. Сейчас заказала фиолетовый, очень он крутой, нереально крутой, очень мне понравился. Только стирать в холодной воде. Ни в коем случае не в горячей, потому что темный цвет это может полинять, если в кипятке прям стирать, поэтому аккуратнее. Так, и здесь у меня еще что, две кофточки. Так, сейчас я вам покажу, где они у нас распаковываются. Так, 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 они так прям склеены, я даже не вижу, где у них тут. Так, ну в общем, наверное, не буду пока доставать. Кофточка вот дочи и футболочка сестренки, сейчас все покажу вам. Так, и жилетку вот такую дочери заказала на 8 лет, чтобы она посвободнее была, с капюшоном. И плед, я вот такой крутейший плед заказала, тоже вам покажу сейчас его звездочки, такой крутой. Сейчас покажу вам, что по ценнику вообще, сколько вам по ценнику, все, и потом будет примерка. Так, вот эти коврики, смотрите, стоят по 188 рублей. Футболка для девочки с кошечкой, покажу вам, это тоже стоит 164 рубля. Жилетка стоила всего 686 рублей. Кофта для девочки, вот эта вот, вот она бирюзовенькая. Классно, мы такую розовую заказывали в прошлый раз, носим прям с удовольствием. 363 рубля. Костюм с капюшоном мой 1223 рубля. Далее у меня костюм, это вот этот с авокадо 490, а нет, это вот который для дочери розовенький, вот, вот этот вот костюмчик, вот он стоит 490, пижамка авокадо 350, покрывало 763, покрывало, видите, 1,80 м на 2 я взяла, то есть на большую кровать, и прям цена очень такая приятная. Сейчас, в общем, покажу вам, как, что, на ком будет смотреться, вообще примерим все. Милашкин костюмчик, да? Тебе нравится? Такие уж штанишки, они, конечно, длинноваты еще чуть-чуть. Кофточка тоже великовата. Когда вырастешь, будешь как? Когда вырастешь. Брожуля еще болеем чуть. Песня, песня. Вот такой вот костюмчик. Тебе нравится, певица? Все, она на своей волне. В общем, костюмчик. Милаш, вот так, подожди, дай посмотри. Авокадо, господи. Единорожка такой классный. Сейчас покажем еще костюмчик авокадо, да? Так, а вот костюмчик авокадо, такой тоненький он, так, вот шортики такие коротенькие, поверни задом такой, тоненький-тоненький он такой, прям классно будет. Вот кофточка, она прям такая теплая, внутренность у нее такая утепленная,
Такой цвет классный, вставочка здесь такая. Ну, аж тебе нравится? Что такая лохматая? Рапунцель. Лохматушка. В общем, кофта такая прям классненькая. Сзади, повернись задом. Здесь как укороченная вот эта вставка. Хорошо, кстати, 122 размер. Прям хорошо и прям. Так, надели мы жилетку, да? Она вот такая вот удлиненненькая. Да? Прям удлиненная. И пока, может, еще это размер 128. Что-то. Ну, мне нравится, кстати, прям попу чуть. Задом повернись, Милаш. Повернись задом. Вот прям попу прикрывает. Прикольно так смотрится. Капюшон. Хорошо. Тебе нравится? Пинки Пай попа. Тебе нравится попа? Да. Там, теперь к нам Пинки Пай повернулась задом. Да. Она еще повторяет за мной. Красиво. Кармашки, смотри, тут даже есть. Настоящие. Вау! Это звонила Пинки Пай. Брожуля маленькая. Вот футболочка такая с кошечкой, с чупа-чупсика. Сзади просто розовая, да? Вернее, задом. Да, сзади просто розовенькая такая. Так, вот такая вот красота. Принт, кстати, такой неплохой. Очень, а стоит очень бюджетно, до 200 рублей. Все? Красотки мои модели. Вот. В общем, на этом пока все. Сейчас буду показывать свой костюмчик. Такие мои две модели, да? Так, девчонки, вот диван я застелила этим пледом. Он такой крутой, такой мягкий, просто неимоверный, классный. Я еще хочу какой-нибудь другой расцветочки, наподобие такого. Но думаю, еще что-то в таких молочных оттенках тоже классно бы было. 1.80 на 2 метра у меня. Я думаю, надо было побольше брать, потому что если застилать кровать двухспальную, то нормально, но можно было бы чуть-чуть побольше, чтобы он был. Поэтому вот. Дочь, тебе как нравится? Да. Дочь, да все. Залипуха такая. В общем, очень мягкий, классный, укрываться. Что диван, допустим, или кровать накрыть, что просто укрываться, под ним лежать. Прям крутой очень. Цвет передает правильно. Нет, он такой серенький, да? Прям серебристые такие звездочки. Мне очень понравился, девчонки. И цена мегабюджетная. 700 с небольшим за такой классный плед. Такие вот костюмчик мой. У меня есть такой же в желтом оттенке. Это тоже такой красивый, фиолетовый. Но единственное, он немного маломерен, девчонки. Берите его побольше, потому что вот рукава прям короткие. Это 50 размер. Я обычно ношу 46-48. Тот костюм желтый я заказывала в также 50 размере. Он был хорошо на мне. А вот этот как будто бы немного маломерен. Видите, куфта такая короткая. Поэтому, девочки, именно фиолетовый берите побольше. Если носите 48, то берите не 50, а 52, чтобы наверняка он хорошо смотрелся. Здесь, в принципе, он выглядит вот так. По длине штанов нормально, но штаны здесь как будто бы выглядят больше приклешеннее, потому что в бедрах очень в обтяг, как-то выглядит это непропорционально. Поэтому берите лучше размером побольше. А так качество классное, такой же, как желтенький. В следующем заказе я просто закажу вот этот побольше размер, в 52-м, а этот я знаю уже, кому подарить. В общем, вот, а так, девчонки, я остаюсь в восторге от вещичек, классные, прям действительно очень понравились. Ссылочку на сайт «Любимый Василек» я оставлю под видео. Я оставлю ссылку на их инстаграм, потому что там много всего интересного, они выкладывают там новинки, которые у них появляются, поэтому тоже следите, там много всего интересного. Вот. В общем-то, там тоже много всего интересного. В общем, заказом я осталась очень довольна. Единственное, вот с размерчиком я немного прогадала, но бывает. В следующий раз просто закажу размер побольше. Вот именно вот этого костюма желтый. Нормально. Желтый я заказывала на размер больше. Вот этот фиолетовый заказывайте лучше на 2 размера больше. Вот. А так цвет мне очень нравится. Прям такой классный. Семья. Очень интересно. Что-то ветер какой-то не блестящий. Русская, здесь много всего. Thank you.
Заканчиваю влог на такой красивой цветочной ноте. Мы сейчас ходили в семью, в магазин «Семья». Я вам там поснимала немного. Кстати, знаете что? Я была удивлена, что хайлайтер от Эстрада такой не пигментированный для меня. Точнее, пигментированный, не такой блестящий. Не знаю, может, у них какие-то разные линейки есть, но этот как-то меня не впечатлил. Потому что, кто смотрел обзоры, девчонки говорили, что он прям альтернатива дорогим хайлайтерам наподобие Мэри Лу от The Balm. Ну, не знаю, меня как-то он не впечатлил. В общем, огромное спасибо всем за внимание. Встретимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!